是的。以色列人也不懂你是个虚虚的。No point. Было 70 стало 69. Ну, лидер пока принят. А вот крейсер с тремя фрегатами против... Даже если эсминец добавить против линкора и пара крейсеров, сколько там 5 эсминцев. Это маловероятно. Точно не удержится. Сколько у нас? Почему она оборону показывает маленькую? Мы перекинем на эту сторону. Если на Туан полетит, например. У нас еще один крейсер, но хорошо бы, типа, у нас было три крейсера. Тут 700, у меня почти в два раза больше дефенсии. Она будет фера защищать. Ну, может, он клюнет. Ну, мы успеем три тура до фера. Если он даже сюда залезет. Тур. А у нас следующий тур он здесь будет, а мы на Феросе объединимся. Фото. Ну а это уже придется самому лететь, если что. Ну, с двумя крейсерами, тут еще один фрегат. Но фрегат мы не будем тянуть. Как раз на пятый тур попадает, когда эсминец будет летать. Во втором туре, когда два будут показывать, ну вот ее купить. Ну фрегат с эсминцем хотя бы что-то надо. А этот снюса фрегат сюда пока. Ну чтобы нагду хотя бы какой-то корабль был. Ну как бы сейчас он как ты получается. И кстати, через 5 туров десантный корабль. Было 8 туров. Мы поставили генераторы гравитации. Ну и через пару туров населения. Ну, мы попытаемся блокаду снять. Но так, чтобы покупать это 820 каждый. Бум. Непонятно. Ну, вроде десант снимал, но не знаю, может он. Защита тут 14, а там было. Было, не было. Ну, они вообще будут казармы производиться. Ну, мы хотели сюда единицу населения перейти. Но это самый слабенький у нас средний забрали. Скавигеры один способ терраформинг. Ну там нету ни населения, ни ничего. Они будут производить. Ну фрегаты по 8 туров. Тут 8, а здесь...
Тут 20 туров фрегат. На 6 туров сокращает здесь. 9. То есть когда закончится терраформинг практически, тогда население перерастет. Ну перед этим. Ну, лучше кого-то прислать было, блин. Гидропонная ферма сразу плюс 2. Но здесь мы стараемся на втором увеличить. Что-то, но если краш произойдет. Из-за этого фото то все. В общем, она была или крейсер запустить еще один. Ну, на фьеровский. Ну, с эсминцем защищать вот этот. В Булрате мы внедрились. Агенты же знают. Мы скроемся. Если они даст разбить в обороне. Мы выпустим, они уже будет меньше шансов, что их поймаем. Ну, например, пока гольф вторым ставит наполовину фокстрот. Хотя бы половину, чтобы имелся подкрывать уже будет. Это эхо будет расти, этот эхо, например, до 3 сам или не будет. То есть, потому что ему, когда ему 3 станет, опыт заход 0. Вот такая, да. Ну, пока не сильные. Можно типа агентов раскрыть, а если они забьют свой корпус, да. Ну здесь, куда наш эсминец? Ну вот, эсминец есть. Это плюс 30 дает имперский, но, конечно, в бой нельзя пускать. Ну, по крайней мере, точно тут этот эсминец произведется. Ну... Но вот этот военный аванпост, если мы выставим авангард вот этот, ну не удержит. Ну крейсер против 3 он. Ничего там не сделает. Он потягивает этот крейсер как минимум. Ну вот сюда объединить флот. Пару крейсеров, 3 фрегата из них. И перекинем еще этого. У нас...